Итак, пока не началось. Всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Freddy's Play. Мы продолжаем играть в игру под названием House Ashes. Что мы сделали в предыдущих играх? Мы упали в гробницу. Ну, кстати, мы нашли сначала гробницу. Потом мы в нее упали. Тут, естественно, вампиры всякие, дракулы и все остальное повылазило. За нами еще добавок, ну, за нашими героями. Гонятся еще добавок, я так понял, какие-то наемники или что-то типа в виде этого. Другой страны, хотят их увалить. Вместе с нами упал, получается, Салам и его, я так понимаю, командир. Теперь мы пытаемся спастись, ну, наши герои пытаются спастись от этого. Ну, Салам, наверное, даже я сказал бы, Салам, наверное, так 50 на 50, а может даже 80 на 20 в нашу сторону. Но его командир все же его командир, поэтому... Ничего тут не поделаешь? Да ладно. Получается, мы пытаемся найти выходы теперь с этой гробницы. Узнаем, что тут какие-то были раскопки раньше. Спонсировала это все, я так понимаю, немецкая империя, которая была раньше. Гитлеровская империя, как это назвать, я точно не пойму. Не знаю даже. И, короче, пытаемся найти выход. А этот капитан, он ставит всякие ловушки. Что не есть очень хорошо, потому что их можно, что правильно, не заметить и подорваться. Итак, поехали. Ник. Песчаные пещеры. 1900... Ой, тысяча, какие 1900? 19, что-то там, ля-ля-ля. Не зевайте. Слышно его? А, да, мы сейчас идем еще за этим самым. За Джоуи, который, это по идее, помер. Джоуи, какой там нахер? Вай, выключил фонарик. Какой там нахрен Джоуи? Джоуи сдох. Шо? Да ладно, Джоуи упал, действительно? Это Джоуи. Да не может быть. Надо спешить. Он же умер. Только не говорите, что тут будет зомби. Проверим пушки. Мы... Вы ведь были с капралом Гомесом? Что с ним произошло? Да не может быть, чтобы это Джоуи был. Да. Кто бы там ни был, это не Джоуи. Но в бою такое сложно адекватно оценить. И что это значит? Вы могли ошибиться, сержант. Как скажете, сэр. Будем надеяться, что он жив. Хватит с нас потерь. Соболезную. Насчет Рэйчел. Правда? Я слышал, вы прозвали ее Альфа-сукой. Не я. Я знал ее лучше. Максимально, чуть так дергайся, максимально лучше знал. Я знал ее максимально лучше. В физическом плане. Шо? Оп, слышно, оп, подожди. Это у нас шо, выход типа? Или шо это? Посмотреть. Грёбаная дыра. Вот именно, нафиг туда смотреть. Там уже вдруг там что-то страшное. Шо? Это кровь? Да после столько крови никто не живет. Вы чё? Да уж, вляпались мы в дерьмище. Блин. Такое ощущение, как тут реально будут зомби. Я вам базарю. О, еще одна. Салам. Пистоль у Салама есть. Что-то он назад идет. Но Салам же не враг. А ну, где там та дырка? Не хотелось бы вас учить, но... Но вы научите. Какая тут глубина? Я видел такие разломы в храме. Да хренище. Это все землетрясение. Да хренище огромное. Идем дальше. Надо было монетку кинуть. Чё, пожалел, да?
А я откинул бы. Теперь мы знаем, кто враг. Не еще что-то есть. Начеку. Это археологические раскопки. А... 7 декабря 1946 третья года. Третья часть. Наши находки были настолько впечатляющими, что я не удержался и открыл шампанское. О, какая находка. Войдя в палатку, чтобы налить бокал для Мэри, я понял, что празднование придется отложить. Она нашла ящик Брэдшоу с динамитом. Я попытался успокоить ее, но она разошлась не на шутку. Убеждала меня, что использовать взрывчатку на раскопках очень рискованно. Было да что такое? Два раза сказал это. Именно в зачем этот момент за динамитом пришел Кроу. Когда Мэри приказала ему не трогать взрывчатку, он спокойно поглядел на нее и сказал, что они нашли что-то внизу. Нашли что-то внизу. Да положи ты этот листочек, ёпта. Или подтереться им хочешь. Что же они тут нашли? Драконов, тут и, блин. Этих самых, Дракулу. Он близко. Ну и пиздец. Тихо вы. Мы идем в ловушку. Сука, почалось, да? А у меня там была дощечка. Подожди. У меня была дощечка. Это шо? А, это эти самые, да, новые. А, вот она. Одна, да. У меня какая-то была дощечка. Это уже было. Такого момента пока здесь не было. Подожди. Вот это вообще очень интересно. Это, я так понимаю, вылазит кто-то из того туалета. Ага, вот этого не было. Но это только шо, правильно? Да, это только шо. Подожди, а где-то я видел. Вот оно. Прекрасно. Здесь будут эти самые. Зашибись, отлично. Просто великолепно. Вот я так и ждал этого. Зря мы сюда приперлись. Не говори. Что у нас там? Там светло. Там светло. Сука. Соберись. Это место ебет нам мозги. Угу, конечно. Тихо. Да не ходите, блин. Да хорош шариться. Смотреть в оба. Кто-то есть тут. Теперь мы знаем, кто враг. Не зевать. Быть да начеку. Пачку завали. Прикрой. Сука. Прикрой, дебил. Курсы. Отлично. И шо? Он поводил мышкой. И что оно дало? Надо было не заходить сюда, да? Ай, бля. Зачем я сюда зашел? Идем. Аптечка. Нахрена я сюда зашел? А что там еще? Хо-хо-хо, тут же что-то еще есть. Не, хрен, ничего не мог. Скорее! Да иду, иду я ее. Бегу не могу. Да что ты? Чпехайся, ёпта. Не зевать. Прикрываем друг друга. Вдруг он один. Сейчас начал налываться. О, вот оно место не это. Не торопитесь. Нет, скорее. Мы нужны Джоуи, поспешим. Сейчас ты поспешишь. Джоуи, это ты? Нет, это уже не Джоуи. Не будем спешить. Он прав. Будем осторожны. Да. Не будем спешить вообще некуда. Не спеши.
Потому что у меня... Опа, подожди. Генерал-майор. Опа. Задолбал ты меня уже. Ты ж подстрелил его, не пойму. Пуф-пуф-пуф. Сейчас вообще так никто не придет на этот выстрел. Особенно на это. Чёрт, нет, не расходись. Сука. Твою мать. Скура. Ястреб 3, главному ястребу 2-1. Лейтенант, прием. Ястреб 3, главному ястребу 2-1. Да ладно, что-то привалило и все. Лейтенант, прием. Ястреб 3, рагбисту. Сэр, вы там, прием. Сука. О нет. Вашу мамашу. О нет, это мягко сказано. Стрелять нельзя, да? Я вас понял. Тут у нас тупик. Ну да. Твою медь. Да разверните свою. Не понял. Сильно развернулся, решил. Пошли, делать все равно нехер. Все равно путь только один. Что, ну да, страшненько немножко, ну что делать. Тут уж ничего не поделаешь. Главное успеть кнопочки нажать правильно. И выстрелить вовремя. А то что-то мышка как-то не очень двигается при стрельбе. При стрельбе. Ля, яка темнота. По идее, ну... Ультрафиолетом, если посветить на них, они тоже обалдеют. Не спехуй. И шо это? Ух ты, бля. Ник? А, этот самый, салам. В той стороне сидит демон. Да, иногда можно охотиться. На охотника. Ля, как он здоровый. Делай, как я скажу, или клянусь Аллахом, скормлю тебя этой твари. Как летучие мыши ждут звук. Они слышат, они нападают. Их слабое место — это солнечный свет. Как любое существо, их можно убить колом в сердце. О, прекрасно. Пули их только замешкивают. Грузовик рухнул сверху и всего лишь их злил. А то едь. Работаем вместе, окей? Его можно убить. Ты обойди его по флангу и отвлеки внимание. Я прикончу. Да, да. Не, поддержка. Я готов. Давай. Тут надо именно чехлы снимать, потому что это жопа. Либо двое против одного, либо... Ни хрена, либо один против двоих сожрет, да и все, чертям. Главное не пи... Роднуть. Сука, прозевал. Это ж надо было так, да? Прозевать. Дыхание, задержи, пожалуйста. Задержи дыхание. По идее, я его отвлек. Даже это можно назвать отвлечением. Где там кол в сердце? Алло. Колом тыкни в сердце, пожалуйста. Тыкни, пожалуйста, колом в сердце. Я же считаю отвлек. А как бы я отвлек по-другому, объясни, пожалуйста.
Ядрить ты какой. А, ну да, ты без глаз. У тебя в основном уши. А, обратно вернулся, типа. Остановись. Стрелять, типа, будет? Ох. А, насквозь пробил его. Давай, 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 дави, дави, дави. Хрусь. Ни черта себе. Вот это салам. Видал я много уродов. Но таких ни разу. Да-да, я тоже. Да что за ебанина такая? Эти твари тут везде. Никогда я не встречал подобных чудовищ. Как думаешь, кто эти твари? Евреи. Знаешь, понятия не имею. Я их не спросил. А ты? Извините, я пошутил. Неудачно. Я не знаю, кто они. Я должен быть. Да вампиры, у себя вампиры. Дома. Вампиры. С сыном. А сына нет, украли. Или ушел. Да уж. Семья погулять. Это все. Я не должен был ехать. У него день рождения. Ой-ё. И вправду не должен был. Сколько ему? Он 5. Уже мнит себя мужчиной. Хотя он только мальчик. Ему 18. Ничего себе, 18. Что ты молодой. Круто. Круто. Значит так. Лучший твой подарок ему — это выжить и вернуться. Это точно. Ну, попробуем. Только эта мысль ведет то меня. Постоянно только двое выживают. Раз уж мы в аду, давай познакомимся, что ли. Никей, сержант. Салим Осман, лейтенант. Хопа. Старший. Армия Рака. Старший по званию. Ты на что там прилепил его? Шука, а, нихуя. Вот, а вот и пистоль. Главный ястреб 2-1, ястребу 3, как слышно? Слышу тебя хорошо. Вижу вас еще чуть-чуть. Я рядом, прием. Идем к тебе. А че ты? А тебя не тронут. Мне лучше спрятаться. Спрячься, ну. Ну. Лучше спрятаться, да. Это правда. Боже. Угу, неужели? Что это за тварь? Глянешь, и очко сжимается. Бля, Ник, ты сам эту дуру завалил? Кола, сердце. Сержант Кей, вы как? А, позади меня там... Нет, 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 да все, ок. Я в норме. План накрылся. Что бы ни случилось с Джоуи, он мертв. И неизвестно, сколько тут этих тварей. Думаю, надо вернуться в храм, отдохнуть. Я бы не сказал. По-моему, это лучший план за день. Что он мертв. Наверное, я бы не сказал, что я это, сука, сдохла. А, на свет. Или шо? Нахера он её потянул? Че, приключений мало или шо? Джейсон, храм. 22.00. А где же Рэйчел? Или как её? Да хорош. Соберись.
Нахрена она вам впала? Я думаю, нюх у них тоже есть. Это полковник Эрик Кинг, военно-воздушные силы США. Главный инженер-ядерщик иракской разведгруппы. Мой приказ отыскать здесь химоружие. Ты хочешь вскрыть ее? Обнаружил нечто странное. С ума сошел? Она сейчас вскроет тебя. Я начинаю вскрытие неопознанной формы жизни. Зря, очень даже зря. Не понял, камеру устанавливают? Ща рванет. Ух ты, херасе. А, забаррикадировали дверь. Или наоборот пробили. Последний. Это затормозит их. Успеем их на камерах засечь. Ну-ну, вы видали, какие они ходы прорыли? Когтями. Надо растяжку обновить. Помоги. Мы уже не раз оказывались в жопе. Но не такой глубокой. Если придется сражаться, я рад, что рядом будешь ты. Максимально по гланду зашли. Я бы не был так уверен. Нужно будет постараться, чтобы выжить. Ты и я. Мы справимся. Куда я без тебя? Ну, если останешься один, вытри сопли и сражайся изо всех сил. Мне их мама вытирает. Обновили растяжку. Мне кажется, зря. Еще так наводят четко. Чтоб не забыть про нее. А то я могу клавки перепутать. Ни хера себе. Да уж. Да, сколько таких мест мы разбомбили без раздумий. В руинах они смотрятся лучше. Да, конечно. Да что с тобой? Не эти люди войну начали. Пу-пу-пу. Любопытство. Почему ты их защищаешь? Они напали на нас штабу. Не помню, чтобы они проявили уважение к Нью-Йорку пару лет назад. И что теперь, мстить всем арабам? Я не об этом, ты же меня знаешь. Думал, что знаю. Я просто хочу сказать, что в этой стране хватает чудовищ, все. Вот как. Дома мы над этим посмеемся. У вас тоже хватает. Да. Может, везде расскажешь есть. Заодно, что ты о черном думаешь? Рэгбист главному ястребу. Как у вас? Прием. Это главный 2-1. На камерах чисто, дыры заделали. Прием. Полная попа, сейчас перестреляем друг друга. Теперь осмотрите восточный коридор. Прием. Не. Вас понял. Конец связи. Не хочу. Ты уверен, рост что ты хочешь вскрывать? Примерно 8 футов, 2 ноги, крылья. Перепонки крыльев крепятся к передним конечностям и пальцам рук. А, прикольно. Эпидермис смазан какими-то выделениями, кажется. Внутри оно словно больно. После смерти оно быстро разлагается. Ну что, питаться, наверное, с этой падалью. Рэгбист, это главный ястреб 2-1. Мы у восточного прохода. Прием. Вижу вас. Черт, этим дверям досталось. Твари, похоже, сюда все силы бросили. А тот, кто здесь стрелял, сумел их сдержать. Угу. Пока на него не напали со спины. Значит, они не тупые, хищники. Спорим, они могут снова вернуться сюда. И конечно, тарахтит. И неизвестно, сколько их. Вот в чем дело. А это очень-очень печально. Что там?
Не хочу я сюда. Не хочу, конечно. Блин, это этот... О, черт. Бляха. Это ж оттуда вылазил зомби. Вот прямо оттуда. Вот с той дырки. О, мазефака. А их тут было просто тьма, бля, вылазили. Сразу по 5 штук. О, здравствуйте, скелеты. Вот черт. О, мазефака. Ближе к аду я еще не. О, мазефака. А вот они наши ребята, да? О, да. Его как будто высушили. Да. Наверное, исследователь. Отсосали максимально. О, здрасте. Дощечка. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, что, наверное, походу, кто-то выжил и кто-то сдохнет на растяжке. О, черт. Где-то в коридоре. Ладно. Посмотрим. Будем бдительны. Максимально бдительны. Так, давай посмотрим, что там у нас внизу. А что это еще? А, еще один. Тоже отсосали, да? Опа, 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 опа. А что это? Нихуя, это за что ей так? За что ей так? Не понял. А это что? Бля, кол прям в сердце загнали. Не пойму, она... Она превращалась... Да ядрить тебя в корень. Не советую. Ну ладно. Полагаю, это были не твари. Но кто? Не знаю. Баффи? Кто? Может, заберем его? Давай, давай. Острый кол в хозяйстве пригодится, так? Да-да. Еще и как. Что у нас тут? Покажи. А там у нас просто эти самые трупики валяются, да? Ну там никого нету. Просто кости. Сейчас бугагашечки. Не, ну там просто кости были. Тут ничего, завалено. Ох, письмеца, поехали дальше. Алия, ап. Проделав дыру в скале, мы обнаружили врата в странный подземный мир. Вот. Снизу исходило зловещее мерцающее свечение, озарившее всех нас. Леди Брэдшоу настояла на том, чтобы мы спускались дальше. Возможно, Мэри права. И Брэдшоу становится безрассудной и неуправляемой. Но я не могу перестать думать о том, что находится там, внизу. Сейчас мы вместе с Кроу и Пульманом устанавливаем лебедку и подъемник для спуска в шахту. Интересно, что за тайны скрыты в бездне, куда никогда не проникал солнечный свет? Да я б туда в жизни не полез бы, идите налево. Археологи нахрен. Они здесь нашли что-то странное. Угу. Да, реально. Как будто этих маленьких, этих самых вампиренышей мало, да? Они здесь нашли что-то странное. Так, там все я поисследовал. Тут все поисследовали, пошли дальше. Веселуху ловить, кайф. Что это? Ключ какой-то, да? А, не. О! Кто-то шняга. Что там? Ничего, чтобы нам пригодилось. Так открой. Красота. Вот именно, ты красота. Глянь на резьбу.
Во-во. Открой. И она не открывается. Мне сейчас даже на драгоценности короны насрать. Бери, бери, пригодится. Кто знает, что будет. Ага, вот оно. Вот эта шняга. И вот тут вот рвануло. Тут дверь. Пройти нельзя. Ладно. Тут ничего нема. Да, вот здесь вот поставили, получается, растяжку. Главное успеть нажать кнопочку, когда она будет бежать оттуда. Класс. Хорошее место для заряда. Этим уродам снизу точно придется здесь пролезть. Ставлю заряды. Да. И на эти столбы, чтобы охват был больше. Так проще заметить растяжки. Думаешь, они знают, что это такое? Лучше не рисковать. Заминируем стены. Так легче их накрыть. Меньше разброса, зато лучше спрятано. Ну что? Эти твари коварные уёбки. Ты прав. Разместим заряды ближе к стенам. Ладно, застанем их врасплох. Подожди, так там же и были заряды, возле стен. Я только что подписал ей смертный приговор. Я слышу, как ты думаешь. Прекрасно. В чем дело? Надо было стрелять в воздух. Ладно. Бля, вот зачем я спросил? Может, хватит уже об этом? Да? А что тут скажешь? Ты знаешь, тот КП был главной целью смертников. Пришлось действовать быстро, принять решение. Но мы ошиблись. Почему никто не говорит, как есть? Все придумывают себе оправдание. Мы ведь потому и сели в эту песочницу. Я хочу правды, Джейсон. Не могу я забыть, как она погибла. Хочешь сказать, у тебя все по-другому, а? Кто она? Мы облажались. Это не... Мы ошиблись. Если выберемся, будем жить с этим. А если умрем здесь, может, нам так и надо? Я не пойму. А я мутил с Рэйчел. В видосике она бежала. И шандарахнула. Ее разорвало. Готово. Бляха-муха. Я сам же ей подставил жопу. Рэгбист, это главный ястреб 2-1. Мы на лестнице, ведущей вниз в лабиринт. Ждем приказа, прием. Вас понял. Отступайте и оцепите периметр. Конец связи. Закрепи тут камеру и пойдем назад. О, здравствуй, Рэйчел. С добрым утром. Ибо вся в кровище. Это что, вода? Это кровь? 394 фута. Ничего себе. Охренеть. А вот куда спускались эти самые археологи. Эрик! Да не ори ты. Эрик! Не ори, ёпта. Заткни рот! Заткнись! Не кричи, дура! Только не кричи! Не кричи! Оборвалась, не отрезали. Оборвалась. Ник? Да заткнись ты, блин! Джейсон! Да ты можешь заткнуться или нет? Ник, не зажигай! Не зажигай! Просто помолчи! Твою мать! О, черт! Не кричи, главное. И не перди. И не зажигай ничего. Лучше не перди, не зажигай.
Не к добру это. Они что, под водой ползают? Да ну нахрен. Не хочу я туда идти, что вы мне это самое заставляете? Ебать, а что делать? Куда идти? Туда идти? Туда явно не надо. Ёб твою мать. Красота-то какая. Куда-то, сука, поплыл, падла. А, вон ты иди. Шо это? О, это этот самый шлем. Хера себе. Положи, пожалуйста. Только тихонько, главное. И туда все-таки сходить. Интересно же, блин. До жути, капец, как интересно. Ну, я в плане интересно, что там. А, там ни херена, ёпты. Все, я теперь увидел. Я-то думал. Так, вот там мне вообще не интересно, что там. Там эта тварь. Вампир долбанный. Зажигалку не зажигать. Здрасте, как ваши дела? Ничего, нормально, отдыхайте. Отдыхайте дальше, я вам не буду мешать. Оп-оп, дырка-дырка. Что за... Птички. Летучие. Аккуратненько. Не спеши. Колом тем, которым у тебя сзади, не цепляться. Что ты делаешь? Что, тебе зажигал как у Салама, да, будет? Что ты творишь? Это кость. Оно там сзади максимально близко, поверь мне. Ты вообще слышишь его, нет? Оно сзади. Ты можешь быстрее? Хотя бы чуть-чуть. И главное не пердеть. И ничего не зажигать. Хотя ты и так уже зажгла. Где там шлюха? Нету? Вроде нету. Сверху ничего не упадет? То все возможно, да? Тихо, тихо, ты повыше держи флаг. На всякий случай. То я смотрю, какой-то оно тут цвет. Изменчивый. А, про этот цвет говорил этот самый ученый. Твою мать, сзади, падла. Ты ж не можешь быстрее идти, да? Шифтить? Нет, шифтить не может, ну ладно. Не может, так не может. Опа-на. А вот и зубки его, да? Слюна, прикольно. Мы только черную слюну и спасти существа, извлеченного из кокона. Охренеть, тут ох, они тут еще и размножаются. Ну да, как бы они прожили столько лет. А как бы, а чем они питались-то, не понял. Ощущение, вы слюну пробовали? Псилоцибин. Обалдеть. Извращенцы. Давай потихоньку вперед. Вот эта тварина сзади. Та-та-ра-та-та-ра-та-ра. Блин, я в шоке. Они тут еще и размножаются. Тут что-то
сука, сзади. Ух, она близко. Она охренеть как близко. Ой, бля. Оно бежит. Офигеть. Давай побыстрее. Шифтани. Блин, ты можешь быстрее или нет? Она тупо преследует. Да быстрее, блин, да что-то такая медленно. Вообще, напрягает капец, честное слово. Ты ж понимаешь, что за тебя идет кто-то? Да? Или нет? Ох, она здоровая. А! Чуть не ту кнопку не нажал. Ого, как он загорается все быстро. Тихонько, все нормально. Не понял. Ну, живо! А ты откуда? Откуда она? У существа мощно. Так, все, на этой счастливой ноте мы и закончим. Двое уже нашлось. Я прям вообще вдохновлен интересом в будущее, так сказать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И всем удачи, всем хорошего настроения. В следующий раз будет продолжение, ну это естественно. Все, всем пока.